Наша самая древняя передача новичей на отечественном телевидении, уже более 50 лет продолжающая юных зрителей спать. И что немаловажно, передача абсолютно оригинальная, не являющаяся копией какого-то телешоу Запада. На протяжении целого полувека пустокушки засыпают поколение за поколение. Сильные степашки, хрюши и горбуши известны каждому, кто в детстве смотрел телевизор. Но знакомые персонажи появились в программе не сразу. Кроме того, были в передаче многочисленные герои второго плана, которых сейчас ни слуху, ни духу. Например, тот Зап Царапыч. Не знаю, как любой нормальный год, он просто ссал на всю эту движуху с большой колокольни, поэтому долго не сдержался. Одно из первых кукол шоу был Буратино, но он тоже довольно быстро свалил с программы. Наверное, слишком большой гонорар требовал, а уж не любить золотых монет. Буква ЕФП, скорее всего, умер от передоза буквами. Я думаю, главный герой сами выпотрошили. Как ушел что-то с Бегагоном? Я не знаю. Просто иначе даже сам Доктор Стрэндж. Ой, то есть я моя ККП. Ах, как ну Кумыч, который сейчас, видимо, занят спасением мультивселенной. Стрэндж, Бегагон, Бегагон. Внимание, друзья, всем создаю. Незваные гости продолжают посещать передачу и по сей день. Николай Волнуев, Чекранок Владимира Путина, Тимати. Что это беда? Да ладно, кто так не волнует, способен уложить любого с одного хука. Боксер был в спокушечках как минимум 4 выпуска, но на этом интернете мне получилось лишь один. Новые серии спокойной ножки сюда вообще очень неохотно накладывать в интернет. Волнуев рассказывал в передаче о том, как стать спортсменом, смотрел вместе с кукольными героями фиксиков и в принципе вел себя безобидно. Интересно, а про то, как стать депутатом Госдумы, он тоже поведал. Я не знаю, что вы слышите, да, как лица. Но нафиг я так не нужно говорить, сука. Политический оттенок в детской программе «Время от времени» действительно начал рассказывать. Одна из серий посвящена теме протестов и митингов. Да, говорит, мы сразу что? I don't like so much. Не шутка, что мы с организаторами санкционированного митинга, но продают свою запись из-за блины с лопатой. Ну, просто, в смысле. No, he's probably looking for you. We need to start working. And fast! Follow me! Вот и зашли эту серию пропагандистской. Типа детям с малых лет в голову вбивают, что они наши рабов, и что нужно беспрекословно следовать указаниям власти. Это никаких тебе сладостей, ты тупая набитая водой кукла! Но если с Волновым реакциями протеста политическая подоплека может кому-то показаться надуманной, то вот еще кое-что. Президент Владимир Путин, по словам продюсера передачи Александра Митрошенкова, придумал для шоу нового героя. А мужского чехлёнка по имени Мур. Ужасно, но хватит, не раздеватый дешевым 3D. У персонажа, как и положено, движение рта не совпадает с речью. Но пытаться считать по губам, что он там на самом деле хочет нам сказать, мне как-то стрёмно. Я попробую. Какой-то позже 3D-версию четвёрку заменили на куклу. Видимо, бюджета не хватило даже на такую анимацию. Понимаете, мы с такой нашим малышом, как серия создателя, совсем нет денег. Программа явно держится на плаву, и они практически на чистой инициативе продолжают выпускать новые серии. Наверное, поэтому было решено запустить еще одну шоу. Все логично. Теперь хорошие фильмы степашки вместе с Таркушей не только желают мужа в спокойной ночи, но и поздравляют с добрым утром. А вместе с нами доброго утра детишкам желают еще и шнур с группы Ленинград. Если страшно, я действительно записал интро для детской передачи. Когда
этом признается, сделано это было абсолютно бесплатно. Если ты слышишь совсем на экзаменах, честно взять. Так что же остается до нового 2015-го о том, каким был последний день уходящего года, с каким настроением продолжает украинца. Ну это хорошо, если ваш показ настоящий фанат этого блинка. Впрочем, хорошо всегда сделать на экран не туда. Я помню события, их причины и последствия, чтобы за неделю стали в эфире с вами. Но не понято, что неделю когда журналисты программы отслеживали все, чем живет страна. Сегодня весь пойдет непременно о тематичных событиях на Востоке, о поиске альтернативы, слабом решении проблемы. Но, среди прочего, мои коллеги расскажут вот о чем. На пресс-конференции хорошо рассказывал, как ходил на концерт группы «Ленинград» и как этот концерт сорвался из-за того, что шнура отправили в ментовку. Но с меня сорвало коллективное прохладение экстрима на рейке жесткого суда. Я с творчестве для календарции рейк моей промышлы. Это не личный политичный виновен, что как это принудит так, но за что-то не будет. Все, что пришло за надежд, и по вас проводят. Не прописаться. А что так нужно, да, ну, Выпущено, честно. Не имею я забыл круга, но мы не всегда читал, потому что всегда это умножишь. Это вот это высоко. Ну, я хочу вам ответить, что уже слова данного страница. Ну так, прокуратура права, с пропагандой эпогоизма у группы «Ленинград» все действительно хорошо. Да, какой там хорошо, все охуенно просто. Вчера плохо было. Но это еще не все странности, связанные с новым шоу. Если внимательно изучить визуальную часть заставки «Доброго утра», то можно найти кучу отсылок. Уже не сфоткано с псом из «Стрелка для Данди» и «Охотники на приваре», «Степашка живет в доме из «Хоббита», а у Хрюши на полке красуется красный трактор. Тот самый трактор, на котором в многочисленных мемах Хрюшин родственник поросенок Петр съебывает из рожки. Между прочим, у Хрюши как-то была отдельная передача, обучающая детей английскому языку. Так что он уже давно накрыт мышам. Ну, тарабанить. Это понедельку. А я оказался не успешной учёбой. Обычные заставки были и в оригинальной передаче. Одну из них, к примеру, создал автор «Юрга в тумане» Юрий Наштейн. Заяц из этого гинта многих пугал глусачки. Заставка показалась зрителям настолько криповой, что после гневных писем была убрана из эфира. Это к тому, что они уже ебанулись, не говорили «Блэл». И сейчас на белые письма на все массаж. В интернете было полно негодования на этот счет. Но тогда людям хотя бы заранее сообщили гости программы. А вот в недавнем новогоднем выпуске с такой мощью малыши, в передаче без всякого предупреждения просто взяло появился Чимыч. Зазвали очень это не просто так. Ведь на концертах, кроме танков, нет и флота, по сути, больше нечем зажечь народ. И что вы думаете, что будет выступать с твоей на стату стола игрушки? Полного выпуска с Чимыча в сети все еще не найти, но если судить потому, что сам Чимыч выложил в Инстаграм, Хрюша был очень рад его видеть. В общем, раз на все это возникает вопрос. Так вот, ведь это просто странные попытки поднять рейтинги передачи, которые уже все равно никто не смотрит, или до нас пытаются навести какой-то месседж. Может, авторы уже просто издеваются над зрителями, в смысле назвать серию «Золотой дождь» серьезно? Если рассовременивание с покушек будет продолжаться двигаться в этом же векторе, то передача окончательно превратится в абсурдную и смешную пародию на саму себя. Только зачем это нужно? И кому это нужно? И я не против пародии, потому что эта свет, например, была отличным стёбом не только на спокойной ночи малышей, но и над всем происходящим в стране. Что делать?
существовала отдельная детского ТВ, даже несмотря на то, что у детского ТВ тогда еще не было собственного канала. Более того, были времена, когда сразу после спокойной наши малыши начинались вечерние новости про политику, убийство, терроризм и все такое прочее. Но сейчас для детей есть целый отдельный канал, а и не один. В чем же тогда проблема? Дорогу пока остается чуть больше 4 часов. Мы все ждем, что с его прихода останет новая страница в нашей жизни, нашей истории. И давайте помнить, что именно наша страница будет ли 2015 год годом благополучия. Меняется поколение, меняется мир, но хороший Каркушев и Степашка не стареют. Они всего лишь куклы для власти умелых кукловодов. Только будьте с вами и куклы. Метайте на железной руке проникнуть в ваше анальное отверстие. Спокойной ночи, девушки и мальчики.